Радостное новогоднее настроение, ожидание чуда, громкий веселый смех. 28 декабря в СКК Блинова торжественно открыта главная елка Омской области. Для юных омичей ледовая арена превратилась в сказочную сцену. Открыл череду приятных сюрпризов губернатор, председатель правительства Омской области Виктор Назаров. Что такое сегодня Новый год? Новый год – это праздник, когда сбываются все мечты и все желания. И я бы хотел, чтобы те желания, которые вы загадаете себе в новогоднюю ночь, конечно же, сбылись. Хочу, чтобы вы всегда были здоровые, веселые, всегда улыбались. И сегодняшний праздник дал вам новый заряд бодрости, счастья, улыбок, чтобы улыбка вас сопровождала весь следующий Новый год. Приветствовал юных омичей и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Антон Чешукин. Хорошего настроения, улыбок. Знаете, что самое главное для нас – это ваш веселый смех. Здоровья, успехов и, безусловно, я не могу этого не пожелать. Любите спорт, занимайтесь спортом. С наступающим Новым годом! Главные герои праздника – Дед Мороз и Снегурочка – вместе с ребятами зажгли красавицу елочку. И начался увлекательный спектакль столичного ледового театра «Волшебное перо жар-птицы». Мне все запомнилось, вся сказка понравилась, вся была интересная. Я 2 дня готовилась. Я видела елку на ярзиную. А да. Что еще? Еще я видела там за птицу. Мне очень понравилось, когда танцевали снежинки, выходил Дед Мороз. На 5 представлениях в течение 2 дней побывали 10 тысяч юных омичей. Каждый из них получил сладкий подарок от губернатора. Еще 30 тысяч подарков для детей направлены в районы области и городские округа. Новым годом!